Привет всем, друзья! Меня зовут Томас, и добро пожаловать в новую игрушку под названием In Silence. Это просто какой-то бум, это просто раздолье игр. Я серьезно не припомню, чтобы несколько охренительных мультиплеерных игр, причем очень похожих друг на друга, выходили вместе. Я имею в виду вот эту игру и, конечно же, Фасмофобию, в которую мы играем с вами уже две недели, практически каждый день. Это просто жесть. Чуваки, это новая игрушка. Как вы видите, она на русском языке. Тут есть куча языков разных. Но ладно, не в этом дело. Это игрушка, в которой 4 человека должны будут выжить, сражаясь с Рейком. С Рейком. Рейк, если вы помните, кто это такой, это персонаж из всяких крипипаст. В общем, какой-то монстр, который охотится на людей в лесу, там все дела. Короче, почитайте там все дела. Я, правда, честно говоря, забыл, кто такой Рейк. И вот сейчас, только читая, как играть в эту игру, немножечко вспомнил, что вот он не видит, он столько слышит. Короче, прикол в том, что здесь 4 выживших. И один монстр. За всех выживших и за монстра тоже играют люди. Можно также найти мультиплеерную игру, ну, то есть какой-то сервер, так же, как и в Фасмофобии, и зайти, к примеру, к рандомным чувакам. Можно со своими друзьями, а можно и в одиночку. Скорее всего, я сейчас пойду, наверное, в мультиплеер, поиграю, посмотрю, каково это, что это вообще такое, и есть ли тут вообще сервера, интересно. В настоящее время лобби нет, вы можете создать лобби. Игрушка вышла только что. Реально, буквально только... Хотя нет, не только что. Вообще 16 числа написано. Но если по времени... Ну, то есть по времени США, то у них все еще 16-е. Сейчас у меня 5 часов утра, у них сейчас должно быть 5 часов вечера. Вот. Поэтому я... Серьезно, я совершенно случайно наткнулся на эту игру. Это просто охренеть можно. Давайте я попробую создать лобби, не знаю... Кто-нибудь зайдет или нет? Вообще есть кто-нибудь в этой игре сейчас или нет? Или я один из первых, кто в нее играет? Ты же надо, блядь, так случайно, реально случайно зайти. Ладно. Так, максимальный игроков 5. Регион Россия. Язык Россия. Существо игрок, случайный игрок. Или искусственный интеллект. Можно тоже это выставить. Наверное, пусть будет случайно. Давай, короче, подождем. Настройки игры. Оружейная. Вернуться к настройкам по умолчанию. Хорошо. Параметры. Параметры звука мне самое главное. Нажмите, чтобы говорить. Всегда включен. Отлично, что здесь есть настройка, типа нажмите, чтобы говорить. Так, управление. Voice chat на букву V. Ну, естественно. Да, все работает. Отлично, супер. Ну, судя по всему, никого здесь еще нет, друзья. Серьезно, у меня реально такое ощущение, что она только-только вышла. Я запросил, кстати, у разработчиков ключик от этой игры, и если они мне его дадут, то, скорее всего, я его на стриме разыграю, потому что я все равно в любом случае купил эту игру уже только что. Ладно, вот здесь вот. Погнали сюда. 3 человека из 5. Hi, guys. Hey, what's going on? Yeah, I'm fine, bro. Oh my god. Is that a new game? Is that just released? Bro. Итак, друзья, мы нашли сервак, заходим. Но серваков в России все еще нет, поэтому мы зашли на американский сервак. Будем играть на английском. Блин, я так переживаю, это новая игра. Прикиньте, они тоже впервые зашли. Это просто бум! Ну, типа, заходить играть в игру вот только-только перед. Вот после релиза, точнее. Hi, guys. Hello. Oh, okay. What's the torch button? I don't fucking know. What's the torch button? The F. F. Oh, okay. Ah. Wow, looks beautiful. Yeah, not so bad right now. Так, ребят, нас тут четверо. Есть где-то один монстр. Who is the monster? No idea. And where we go? Look for. I see something, guys. That way. I see something. Shit. Gotta find the under that light. Right. That way. That way. My God, it's big. Wonder so if Voight counts as sound. Huh? What?
think so. So I guess it has dynamic sound. The further you are away from somebody, yeah, yeah. The harder so it is to hear. The louder that is, the more he can see you. Shit. Okay. Show where we're whispering. He's right in front of us. Okay. Они говорят, что здесь динамический звук, то есть монстр нас слышит. Это значит, нам нужно быть как... О, май фукинг гад, бро! О! The fuck was that? Oh my god! Oh my god! My god! Блядь, что это было? Он знает, что я здесь. Он убил одного из наших. No, please, oh, no! О, чё так жёстко? Короче, прикол в том, что... О, вот еще одна фишка, о которой я вам тоже сейчас расскажу. Прикол в том, что нужно быть всегда вместе, вчетвером бегать, потому что все люди могут ослепить монстра фонариком. То есть, например, если одного схватили, он уже использовал свой фонарик до этого, чтобы ослепить монстра. Другой человек может подбежать, посмотреть монстра в глаза и светануть ему фонариком. А прикол в том, что у фонарика есть перезарядка. Судя по всему, перезарядка длится около минуты. Вот, у меня не успел фонарик перезарядиться, я попытался спрятаться в доме, твою мать. А прикол в том, что, ребят, после смерти здесь каждый игрок превращается в мышь и может помочь выжившим как-либо что-либо сделать, я не знаю, помочь там, привести кого-нибудь к каким-нибудь припасам или типа того, или как-нибудь отвлечь монстра. Вот, мы когда играли с вами в Фасмофобию, друзья, если вы помните те стримы, я говорил, что было бы очень круто, если бы призраки, которые остаются после смерти, ну, то есть люди, которых убивают призраки, они там типа ходят, не знаю, в своем каком-то призрачном мире, было бы круто, если бы они могли как-то взаимодействовать, например, с дверями, со светом, чтобы там типа либо пугать, либо как-то взаимодействовать и помогать выжившим, оставшимся. Здесь такое можно делать! Правда, играя за мышь. Ну и ладно. Ну и ничего... Блин, это была быстрая игра, черт возьми. Вы умерли. Существо побеждает, он убил всех. Абсолютно всех. О май гад. That was fast. That was... How are we supposed to avoid? That's terrifying. It just died instantly. I don't even know where to go. Чуваки говорят, как это было так быстро? Я даже не знаю, говорит, куда идти. That was pretty full on, not gonna lie. My god, I'm shit on my pants. That was insane. Я сказал им, что насрал себе в штаны, и там чувак зашел, говорит, да, типа того. Это все, что я могу сказать. You ready to go again? Yeah, of course. Ready up, let's go. You can have your leader now, Tom. Oh, okay. Yeah. Sorry. Oh, вот это зашибись! Так, я там просто кнопку не нажал и... кнопку не нажал, мне сказали, что я лидер. Короче, прикол в том, что... Сейчас я играю за Рейка. Я играю за монстра. У меня есть суперспособности какие-то. Но я должен их слышать. Но, блин, сейчас-то они знают, что я их слышу уже. Я не вижу абсолютно ничего. Вот примерно такое зрение у монстра. Можно прыгать. Я должен осматриваться вокруг, чтобы видеть, какие... Ну, то есть, они издают звуки, выжившие. Я должен... Вот, на миникарте что-то появилось. Я должен вычислить их по этим звукам. Так, где-то близко. Чем больше значок, тем ближе игроки находятся. Блин. А, это грёбаные птицы были. Они здесь.
Черт. Ладно, он меня ослепил. Хорошо. Здесь есть второй этаж. Я тут прятался, кстати. Да, по-моему, как раз-таки здесь я и прятался. Так, он меня ослепил. Отлично, он убежал, судя по всему. Это было громко и просто охренительно круто, блин. Я не знаю, как маленький ребенок, сейчас просто радуюсь. Потому что это что-то новое, серьезно, я... Окей, ладно. О! Можно уничтожить телевизор, а зачем? Может, типа что... А, тут, скорее всего, монстра отвлекать можно. Это, знаете, это какая-то смесь «Пятница 13-е», DBD, «Фасмофобия», я не знаю, смесь всех хоррор-игр. Я читал про эту игру и... Ну, то есть, перед тем, как купить ее. И тут и правда писалось, что это... Что это смесь... игр, вышедших в последнее время. «Фасмофобия», конечно, совсем недавно вышла. Так, они где-то здесь. Я слышу звуки. Ни хрена не вижу. I can hear you guys. Can you hear me? Yeah, we can hear you. But I am the monster. Say something. Bro, don't be so rude. Or I'm gonna fucking kill you. Please don't. Is that you? Fuck. Hi. How are you? Я с ним разговаривать могу. I see your friends, dude. Dude, what the fuck are you? My god. Так, это огонь. Какой-то горит. Sorry! Sorry, dude! Ow! The fuck was that? Кто-то здесь есть. О, это мышка! Смотрите! Это как раз тот человек, которого я уже... Ну, один из игроков, которого я грохнул. Скорее всего, эта мышка издает такой звук. Бля. Это гребаные птицы. Так. Мне все это время нужно следить за... За мини-картой. Так, пацаны здесь. Снова птицы. О, офигеть, здесь есть поле. Кукурузное. Hi. Are you a rat? My god. My eyes are blurred, dude. Я кого-то вижу в этой стороне. Блин, это птица. Это снова птица, 100%. Какого? Куда я зашел? Блин. До конца игры 9 минут. А, кстати, я же не рассказал вам, что тут нужно сделать. Здесь есть несколько способов побега от этого монстра. То есть здесь, скорее всего, сбежать нужно от него. Так в туториале написано. Вот, несколько способов побега. Это на машине, нужно починить машину. И... так. Окей, я застрял немножко. На машине и починить оружейную. То есть здесь нужно что-то там чинить, типа. Это снова птица, 100%. А, это кто? Кто-то только что испугал птиц.
Они где-то здесь. Hey guys, are you here? Охренеть, они сверхтихие просто. What was that? Это что за хрень была такая? Типа какое-то отвлечение, скорее всего. Так, ладно, мне нужно, наверное, побегать. Все-таки карта, судя по всему, ребята, тут очень-очень большая. Чуваки просто не издают... Не издают звуков, они, судя по всему, ну, приноровились уже играть. What'd you say? Where are you? Oh yeah, I can see you. Hi. Он снаружи. В траве. Where are you guys? Let me kill you, please. I'm a monster. I need to eat. Say shh. Okay. Мне нужно полагаться на слух, 100%. Он по-любому где-то в доме, этот чувак. Hi. Oh, dude, what the fuck? Flash him, bro. Flash him, bro. No, no. Flash him for me. That's not gonna help you. It's not gonna help you! Hi! Yeah, yeah, yeah. Come here. I'm gonna eat you. Я им сказал, что съем их. Сказал, чтобы они сюда подошли, и я их съем. Короче, здесь нужно очень-очень внимательно слушать все звуки, которые тут есть. И я, кстати, не знаю, кто побеждает по истечению времени. Блин, мне кажется, они не могли далеко уйти, потому что я бы их услышал. Ну, типа, шум там, все дела. Капец, вторая катка уже и сразу за монстра. И, блин, как-то это долговастенько. Мне больше за выжившего хочется поиграть. Но тут великий и могучий рандом. What are you doing? No, don't jump, please. The fuck? Okay. Can you show me where is the guys? Can you help me? Hey, rats. Okay. Я сказал чувакам, типа, можете помочь мне показать, где чуваки спрятались? What was that?
Okay, I hate playing as a monster. The fuck? See absolutely nothing, my god! What? Say something more. Oh fuck, really? Are you guys fixed the car? But where is the fucking car? Where? Okay. Must be on the road. Да, короче, пацаны починили машину. Машина, ну, судя по всему, должна быть где-то на дороге. Но где именно? На какой дороге? Где, бляха-муха? Окей, это были всего лишь птицы. О, вау! Is there a car? Oh. Hello, gamer. Hi. Hello, gamer. Hi. Where's my friend? Where is he? I don't fucking know. Wait, we have 1 minute, 2 minutes. Hey, come here. Get out. I don't think. Get outside, dude. You can't attack me in here, right? Yeah, I can't. What the fuck? Yeah. Oh, that's. You can just fucking sit here. Dude, that's bad. How it looks, dude? Huh? How I looks? What do you mean? Like, how do you look? Yeah, yeah, yeah. Do you see the rats? Do you see them? Yeah, I see them. Wait, guys, if you get to hear me, press E. You could fucking squeak. Okay, I don't think they're fucking... Where is your friend? Shit. Jump on top of the car. Hey. Shit. I'm gonna kill you. Why I can't break the car? I don't know. I mean, it is pretty hard to get started if you... I don't know. I did all the fucking parts myself. I mean, he has 30 seconds. I'm gonna fucking leave without him. Hi, guys. Go, get hi, in here, hello. Get in here. No, please, no! Okay. Oh, okay, no, dude! Oh, shit. I gotta stop you! Oh shit, dude! What the fuck? That's not fair! That was not fair, dude. That was not fair. I could not find the car for the fucking life of me until right then. I could not find the car. You drive through my buddy, oh my god. That was not fair. I was trying to get you to follow me, man. I lost you. Так, ребята, окей, мы поиграли за монстра, это было прикольно, но все-таки за выжившего хочется поиграть больше. I was trying just to move forward, go back, so you can see me jumping, but... When you're the mouse, you can actually... Are you guys squeaking as a mouse? Yeah, you can squeak as a mouse. Yeah, I didn't hear it, I can't hear you. Они говорят, что они могут, нажимая на букву E... Or like, it has it on his map, whatever. Yeah, so... Они говорят, что нажимая на букву Е, они могут. So we can either help the killer or we can. You think you'd help your survivors though? Yeah, or. Yeah, you could. Or you can help the survivors. Yeah, it just depends on what kind of if you feel like. Yeah. being a dick to the survivors or helping out the killer. Они говорят, они могут помочь либо выжившим, мыши, в смысле, играя за мышей, они могут помочь либо выжившим, либо киллеру, в зависимости от того. Guys, why should I kill him? Why should I kill him? What? Try to kill him. I have a bad trip. Feel right there, boy.
What should we do? Playing as survivors. Sorry, bro. It's gone. What is that? Так, короче, видимо, нам нужно искать всякие разные припасы, чтобы машину починить, я не знаю. Oh shit. I have a bear trap. Turn off the lights. Yeah. Он здесь. Я им сказал, чтобы они выключили фонарь. Блин, а я-то чё шептать-то начал вам? Блять, твою нахрен. Чуваки, я знаете, что вам скажу? Это стрёмно, там кто-то прошел с той стороны. О, там монстр! Очень надеюсь, что меня через текстуры не видно. Он убежал или нет? Он убежал или нет? Guys, are you here? А где пацаны? Куда они ушли? Нам же вместе, ну... Он сказал, на G можно поставить медвежий капкан. Короче, когда монстр тебя хватает, нужно нажать на B, чтобы ослепить его вспышкой. Он внутри, он в доме! Твою мать, просто уходи, а. Походу, после медвежьего капкана он какое-то время, ну, не может... передвигаться быстро не может. После медвежьего капкана, судя по всему. Блять, надо уходить отсюда, ребят, надо уходить отсюда. Кто-то пошумел. Как они это делают? Кстати, посмотрите, сбегите или убейте. Быстрая рука. Вы быстрее взаимодействуете с объектами. Аккумулятор большой емкости. Фонарик имеет больше энергии. Судя по всему, здесь есть еще и скиллы. Я не знаю, можно ли ветки скиллов типа прокачивать будет. Так, ладно, он кружит вокруг этого дома. Я пошел найду машину, пожалуй, и попробую ее починить. Я не знаю, либо... остаться как-то помочь чувакам. И еще, мне кажется, самое главное — это не ходить под фонарями. Потому что более-менее монстр... Ну, мы играли только что за монстра, и... более-менее он может слышать под фонарем... В смысле, видеть. Так, это стена. Это край карты. Я понял.
какие-то пацаны бегают. Он что, он убежал, что ли? Блядь, там птицы. Короче, нужно играть очень-очень тихо. И слушать любые шорохи. Как монстру, так и выжившим. Он там. Он впереди. Он только что использовал свой скилл, с помощью которого он может видеть на короткое время. Кстати, есть варик от него здесь скрыться. Он здесь, он совсем близко. Блин, а для того, чтобы починить машину, вот мне интересно, что нужно, какие детали. И как найти эту гребаную машину вообще? Ну, я, играя за монстра, как-то ее нашел, но... Но я мог бегать, и причем очень быстро. Так, он там, он использует свои скиллы, но он далеко. Можно попробовать... Ух ты, это что? Палатка. Блин, тут еще графика такая клевая. Вообще, вы посмотрите. I know what the armory code is. Where is armory? I don't fucking know. It's 3-3. 3-3 is the code. Не понял, что он сказал. Он сказал, что нужно найти оружейную. What about that tent? Look. Looks like military. Я сказал ему, что я нашел радио. There's a tire right there. The tire. By your feet right there. Oh! Yeah. I put the gas in one tire on already. It's like the car's like that way where I'm pointing. Okay. Somewhere over there. Good luck, gamer. Yeah. Короче, у меня теперь есть радио. Он сказал удачи. Удачи, типа, и убежал. А у меня есть колесо и радио. И он сказал, что машина, скорее всего, в той стороне. Но в той стороне и монстр в той стороне. Рейк Тама. Тама. Рейк Тама находится. А что если он просто... Он же может просто у тачки стоять и, типа, поджидать всех. Ну, то есть он не будет шума издавать никакого. Ладно. Я, кстати, там что-то вижу. Что это за звук? Там кто-то фонарем моргал. В той стороне. Вон там еще. Вон снова. Но, кстати, Рейк там находится сейчас. Я слышал, как он снова использовал свой скилл. Как использовать радио, интересно? Как его вы... Как его выкинуть? Нужно отвлечь его.
как-то. Вот машина. Два... автомобильные запчасти. Окей. Короче, нужно найти аккумулятор и еще одно колесо. То есть, все то, что мы находим... То, что мы находим, оно должно быть у команды. То есть, например, у меня сейчас есть одно колесо, еще у кого-то есть одно колесо. Осталось найти аккумулятор и... И ключ. Тут какой-то дом, кстати. Надо проверить. Блин, чуваки, это такая... О, блядь, сука, ты чё? Чё это было, блядь? Я понял. Это типа, чтоб не расслаблялись. Понятно? Типа, чтоб не расслаблялись. Кэмп, барн. Номер один, номер два, номер три. Здесь кто-то был только что. Это, кстати, сарай, надо бы здесь тоже проверить. Может, аккумулятор где-то тут? Hi. I don't fucking know. Он говорит, где оружейная? Нам нужно найти, типа, оружейную. А зачем нам оружейная, если можно на машине свалить? Или они хотят попытаться... Чучело? Так, радио... Установить. Я возьму чучело. Включу радио, попробую. Оно издает шум. Еще можно поставить чучело вот куда-нибудь сюда. Упс. 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 Стоим на месте. Чучело поставил. Посмотрим, клюнет ли наш... Монстр на это. Нет, он клюнул на радио. Там наш чувак ходит вон в той стороне. О, я его видел. Он там. Просто силуэт. Он вообще... Он, по-моему, никого не убил вообще. Так, кстати. А как кинуть камень? Так, понял. Oh, really? Dude, I could not find the armory, dude. I got the code. I cannot find it. Literally. Oh, I cannot figure out this game. I found the armory. Так, ладно. Короче.
Ладно, чуваки, видимо, вышли. Хорошо, я, наверное, тоже выйду. Это было круто. Мы поиграли с чуваками из США. Но самое главное, что мы поиграли в реально охренительную игру, просто с огромнейшим потенциалом. Скорее всего, друзья, помяните мое слово, в эту игру будут играть скоро все. Абсолютно. Абсолютно все. Это новый DBD, это новая пятница 13-я, это новое все вместе в одной игре. Ну, то есть, все старые игры, в которые мы все играли, в одной игре. Это просто нечто. Мне понравилось, друзья. По-любому будет стрим по этой игре, поэтому завтра в 8 вечера по Москве обязательно приходите на стрим Чанский. Мы с вами поиграем, скорее всего, либо в эту игру, либо в Фасмофобию. Но больше что-то я вот к этому склоняюсь, честно говоря, потому что в Фасмофобию мы играем уже больше двух, по-моему, недель подряд. Короче, спасибо всем, друзья, за просмотр. Вот здесь написано, как играть, можете почитать пока что. Вот так вот можете на паузу поставить, ну, либо потом в игре сами прочитаете. С вами был Томас, друзья, мы играли в новую игру под названием In Silence. Счастливо и до следующих видео. До следующих видео.